крепкого здоровья на долгие годы вместе с Паркинсоном, чтобы он помогал вам его восстанавливать, помогал сопровождать и быть надежным спутником в вашей жизни. У меня один мой пациент называет этот прибор, говорит, это Министерство здравоохранения в кармане. Поэтому в хорошем смысле этого слова вот, мы вам хотим пожелать, чтобы ваше министерство было всегда с вами, чтобы оно было хорошим, добрым, надежным министерством, которое будет вам только помогать и сопутствовать в общем, вашему здоровью и вашим успехам. Дело было возле дачи моего соседа, редкий случай, некудача, двух миров беседа, о летающих тарелках слышал я немало. Говорят, об землю бьются, шарят, где попало, над кварталами кружили, зря людей пугали и сияние слепили. Граждан на вокзале даже нагло среди ночи с неба опускались, никому их нрав не ведом, просто издевались. Я вот не видел их сразу в окна электрички, глазом не моргнул ни разу, воспитал привычку. Говорят, что цепенеет каждый, кто их видит, а потом всю жизнь худеет тот, кто их обидит. На платформе двое рот помешать хотели, выпили, продавили пробку. Что ты в самом деле? Понял, вежливо и чинно пили за контакты. Понял, это лишь причина, собирают факты. Через два часа дошли мы, ночь тарелка рядом, в поле непреодолимо. Жахнул по снаряду, двое разом приуныли. Уважаешь, слышу, гуманоиды просили не горежить крышу. Разбежался в поле, прыгнул, было бы желание, от удара даже вскрикнул, вспыхнуло сияние. Дальше ничего не помню, вот какое дело. Факт научный, утром дома голова болела. Друзья, всем бодрого летнего начала недели. И сегодня у нас очередные секреты с Юрием Лиром. Встречаем. Добрый вечер. Рад видеть тебя. Доброго времени суток. Сегодня, я надеюсь, у нас получится и пошутить, и поговорить о серьезном, и послушать разную музыку и разные песни с разным содержанием. А пока, вне зависимости от того, кто в каком часовом поясе в климатической зоне нас слушает, всем максимального благоприятствования, доброго здравия, успехов во всем, и в том числе в правильном восприятии всего, что они услышат сегодня. Многообещающе. Ага. И начнем по традиции с чего? С добрых вестей от Юрия. Да, значит, первая добрая весть. Наконец-то, как их там, как вы, варшавянки там, кто-то там нас каким-то образом воспитывает. В общем, канал Астралионика 4 заработал первый страйк. На нас обратили внимание. Да, вот, ура. Значит, верной дорогой идем, товарищи. Кстати, ролик был очень важный. И, между прочим, это видео, которое мне позволил использовать Майкл Салла. Там очень интересная лекция. Серьезная, обзорная, с массой иллюстративного материала об истории некоторых структурных компонентов ТКП. В общем,
продержался этот ролик менее суток. Я очень надеюсь, что каким-то образом он будет все-таки воспринят. И я, наверное, сделаю так. Я его помещу на Google Диск. И в ссылке под нашим видео, в первом прикрепленном авторском комментарии, который всегда стоит первым, вне зависимости от того, сколько комментариев, там, я надеюсь, будет ссылка на это видео. Но это «Астралионика 4. Напомню для тех, кто много раз уже слышал о том, что это за канал. Это канал для англоязычных наших друзей. Для тех, кто хочет что-то такое услышать и желательно верифицированное. Так вот, поэтому этот ролик без перевода. Может быть, кто-то возьмется. Я пытался сподвигнуть на этот подвиг нашего прекрасного переводчика Александра Черкасова. Он загружен вот так, той программой, которую мы разработали. И, кстати, на которую идет львиная доля, больше 80% тех пожертвований, той помощи материальной, которую мы получаем от наших друзей. Огромное спасибо всем. И мы будем продолжать нашу работу, вне зависимости от того, что и как будет происходить. Вот я надеюсь, что как-нибудь и до этого ролика дела дойдут. А может быть, через какое-то время он будет уже менее актуален. Хотя, еще раз повторяю, он сделан грамотно, толково, с массой сопроводительного материала, который местами даже уникален. Вот такая интрига. Ну, далее. Из позитивного, буквально вчерашнего. Я думаю, что многие уже посмотрели очередной видеоотчет о незапланированном визите в Ригу и потом на обратном пути в прекрасное место под названием кафе Коста дель Соль, в простонародье терраса. Вот пока мы были в Риге, там надо было сделать некие важные дела. И впоследствии я скажу, надеюсь, о том, чем это все обернулось в позитиве. Но у меня было время пройтись по довольно пустынной Риге в это время года и вечерний час. Вот есть там один магазин фирмы Narvesen. Это такая структура у нас, типа осьминога, где можно попить кофе, где можно взять всякие такие подручные средства, утолить жажду, кинуть что-нибудь на зуб, чтобы не скончаться от конвульсий голодных. И в этом магазине, это угол Дзирнову и Кришьяна Баруана, там самый большой выбор печатной, бумажной продукции в виде журналов, альманахов, много другого. Я очень редко туда заезжаю, ну, как-то вот недосуг. А тут заехал и обнаружил там интересное. А когда я дома начал все это изучать, я был просто в огромном воодушевлении. Во-первых, это еще с конца 80-х, с начала 90-х начали появляться разные журналы, всякие тайны, мистика, оккультизм, эзотерика, всякое, всякое и прочее. Ну, ты помнишь это время. А потом как-то это все стало потихоньку уходить, Ну, сетевое пространство все замещает. Нет, все-таки еще что-то на бумаге издается. Так вот, я обнаружил там такой журнал, я надеюсь, будет видно. Загадки и факты, да, видно. Да, вот, надеюсь, это тоже будет видно. Вот здесь внизу. А, вижу, вижу, да. Либерте, свобода. Не-не-не. Вот видишь, там белые полоски, да? А, да, вижу, 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 знакомые, знакомые полоски, да. Ага. Ну, я просто, честно говоря, удивился. Коротко. Значит, вот когда, несмотря на кучу пенделей, самые уязвимые места
вплоть до ухода на тот свет, я продолжал делать свое дело, оповещать население вот об этом, с фактами на руках, пользуясь своими знаниями в области самолетостроения. Для тех, кто не знает, первое высшее образование у меня авиационное, радиоинженерное, радиокосмическое и специальное военное. То есть я о самолетах знаю все. И плюс медицина. Так вот, я много где чего рассказывал, вещал, публиковались мои статьи, интервью, и была серия моих выступлений в живом эфире на нескольких радиостанциях наших, коммерческих. И в результате на меня обратили внимание, был потом снят видеоролик даже на одном из центральных российских телевизионных каналов ТВ-3. Такой был популярный в то время. Я не знаю, как сейчас. И я там принимал участие. В общем, после этого на меня обрушился шквал предложений, приглашений и прочее, прочее, прочее. Среди чего были предложения, приглашения сделать материал в разных журналах, в основном российских. Были предложения от журналов на русском языке за рубежом. Значит, я соглашался, я человек открытый. И давал очень много информации, кое-что такое уникальное. Так вот, вот кроме Игоря Мейдена, у нас есть такой человек, он еще живой, несмотря на то, что получил тяжелейшую травму, просто страшную, относительно недавно, уже восстанавливается. Так вот, только он и только в нашей латвийской русскоязычной прессе, в так называемых толстых газетах, которые еженедельники, только он продолжал, ну, как выяснилось, все-таки на свою несчастную голову в прямом смысле получил публиковать эти материалы. Все остальные просто раз и исчезали. То есть ни один такой журнал ничего не напечатал. И вдруг я вот тут обнаруживаю. И я посмотрел на статью. Ну, в принципе, довольно неплохо. Это, правда, примерно такая, может быть, 1/100 из того, что я тогда публиковал и о чем рассказывал. Но приятно. Для меня это такой интересный знак. Все остальное там, вот в таком стиле, как это полагается, у всякой всячины, про все неведомое, загадочное, X-файловое и прочее, прочее, прочее. Так что кто-то, может быть, обратит внимание, зайдет, купит, почитает. Дальше. Значит, там же я с удовольствием обнаружил в продаже вот такой журнал, который я изучаю уже много лет. Такой профессиональный подход к обзору авиационной военной техники определенного типа. Значит, Владислав, что я хочу сказать? Вот тут не надо быть Штирлицем, надо просто иметь образование, даже не военное, много знать из области ТКП, о той технике, которая там уже обозначена в выступлениях инсайдеров, много-много-много кого, включая Уильяма Томпкинса и так далее, чтобы очень хорошо понять, куда идут некоторые проекты. Тут столько информации, ну просто потрясно. Вот заголовки. Russia-Ukraine updates. U2s over Ukraine. Spying on the Russians. То есть тут история использования вот этого троглодита, этого динозавра этой разведывательной техники, U2, вот этот самолет-разведчик, в том числе и в очень интересных проектах. Это открытая информация, открытая, да? То есть YouTube не должен меня за это все покарать. То есть тут, ой, ой, чего и сколько всякого. В общем, я для себя составил свое личное представление о том, кто будет наиболее успешен в конкурсе на ввод в некие особые программы, среди которых, конечно же, Мартин Локхит, Skunkworks и все остальное, что тоже давно уже на слуху. В общем, ребятам с правильным образованием тут есть над чем подумать. И еще третий журнал я взял.
тоже давно мной любимый. И через этот журнал я вышел на очень многие источники, ТКПшные в том числе. Вот он такой, называется Astronomy. Это профессиональный журнал, в котором много чего интересного. Тут я астрономической технике, о всяких новых разновидностях телескопов. Ну, вообще, просто фантастика. Подсоединяешь к телескопу свой смартфон, он просто все снимает. Причем в таких режимах голова кружится. Это все абсолютно доступно. Это стоит смешные деньги по сравнению с тем, что когда-то все это стоило. Так вот, этот журнал я взял именно потому, что здесь в качестве иллюстрации, вот даже видно, я надеюсь, кое-что. Да, да, видно. Да, вот. Цифру 50 видно. Да, ну, остальное не очень видно. Здесь 50 репродукций картин на космические темы. Причем самых известных американских и западных художников. И, в общем, это такая своеобразная летопись такого рода живописи. Некоторые из этих картин я прекрасно знаю, прекрасно помню, из других источников. А тут они в таком хорошем формате, с деталями, ну просто... Ну, прямо вот интригу, прям такую интригу. И 50 и тут, иллюстраций, да. И тут я вспомнил технику молодежи 60-х, 70-х, 80-х, где тоже было кое-что на обложках. И потом я эти обложки кромсал, составлял себе всякие там разные интересные дела. Ну, это сплошной позитив. Дальше, очень коротко. Потрясающий позитив получил от разговора со своим закадычным другом, с которым мы очень давно не общались. Вот так вот жизнь распорядилась. Это когда-то Жора Городницкий, а теперь он Джордж Городницкий, мастер Лютьер. То есть это человек, который состоит там, в списках именных в специальных журналах, которые публикуют имена тех, кто занимается изготовлением музыкальных акустических инструментов, в основном гитары и такого рода, в штучном экземпляре, всегда под заказ, и каждая такая вещь – это произведение искусства, это все ой-ой-ой. В общем, наши люди в Голливуде, он живет, кстати, в Голливуде, и попал туда в конце 80-х, начале 90-х, была отдельная история, там и его двоюродный брат фигурировал в той истории, Джордж Пусеп. Это имя настолько было знаменитым во второй половине 60-х. Весь союз просто влюбленный в него был, женская половина. Очень такой красивый, он певец, был такой приятный баритон. Он слинял на Запад. И попал в Голливуд, где, конечно, играл роли кагибистов и нехороших русских, но довольно быстро с этой линии ушел, сделал свой бизнес, очень крупно поднялся. Я не буду говорить, чем он там занимался, но он стал очень-очень большим человеком, в том числе и в Голливуде. В общем, вот мой приятель Жора Городницкий через него получил разные знакомства, всякие там крепкие орешки в Жоре выпить заходили иногда, когда надо было перевести дух от очередной какой-нибудь взбучки, полученной от тогдашней супруги. Ну, в общем, когда я говорю «наши люди в Голливуде», я имею в виду и его. Это гений, чего бы он ни коснулся, все превращается в идеальное исполнение, эстетическое, дизайнерское и прочее-прочее. Значит, ссылка на его сайт будет. Посмотрите на его гитары. Каждая гитара – это произведение искусства. Так вот, сегодня в музыкальной паузе будет композиция, которую я играю на его гитаре. Если вы посмотрите на его сайт, вы там узнаете этот инструмент. Другое дело, что Жора эту гитару сделал под меня.
вот все вот как мне было надо. И в этом смысле инструмент оказался даже более уникальным, чем его модельный ряд. Поэтому вот у меня его гитара, она там листик бумаги приклеен внутри, авторский. И там номер 001. Нас с ним связывает дружба со второй половины 80-х годов. Он был не рижанин. Он приехал в Ригу из Даугавпилса, Двинска. И сразу обрел статус человека, который умеет делать западные электро, в основном гитары. Ему лучше всего удавался Fender Jazz Bass. Не просто неотличимый от оригинала, а лучше, чем оригинал. Потому что он все делал вручную. От звукоснимателей, там те демарсы всякие, мотал ночами, до дерева и всего остального. И те, кому посчастливилось иметь его инструменты, они до сих пор его помнят. Так вот, я это не случайно рассказываю. Значит, он продолжает заниматься этим делом. И теперь, когда он там уже на таких высотах этого мастерства, и когда у него собственная производственная линия в Китае, кстати, его супруга бывшая, она тоже китаянка, так, вот такая жизнь. Да, так вот, совсем недавно он переключился на изготовление наручных часов. Он даже мне прислал один экземпляр. Вот я хочу сказать, что речь идет об особой категории слушающих нас друзей нашего канала, которые вынуждены заниматься каким-то бизнесом, которые вынуждены общаться с определенными людьми. Я знаю эту обстановку. Я рассказывал о том, что мне однажды в течение 2 лет пришлось занимать должность, меня назначили просто, значит, эксперт по информационной бизнес-безопасности в структуре очень-очень серьезной. То есть я знаю эту систему изнутри. Какие они все несчастные там, эти крутые бизнесмены, и как им надо иногда выглядеть в какой-то ситуации. Так вот, значит, он делает такие часы, которые не просто выглядят как то, что там с таким количеством нулей, что лучше не подходить. Это качество такое, потому что там внутренности швейцарские. А это его дизайн. Я просто вот сейчас так увлеченно об этом говорю, потому что я тоже дизайнер. Я тоже участвовал однажды в конкурсе на лучшее дизайнерское исполнение. Это было 80-е годы. Я занял 3-е место, без всякого образования. Меня к этому тянет. Потому что сделано с любовью, гениально, просто, элегантно и невероятно притягательно. И Жора сейчас этим занялся. Но это просто фантастика, то, что он делает. Поэтому посмотрите, вам будет просто интересно, как человек может своими руками что-то делать. Я сейчас говорю о гитарах. Он делает, например, электрогитары, на которые можно смычком играть. И там звуки такие, что... Он был постоянный участник NAMM. Это главная американская выставка ежегодная. Самые-самые крутые фирмы там участвуют, демонстрируют свою технику, значит, вот, и так далее. Я еще об этом говорю в том числе, потому что нас с Жорой связывает общая дружба с Наташей Савченко, которая не так давно покинула этот мир. И это тоже отдельная история. Когда Жора жил в Риге, он жил на одной улице с Наташей Савченко. Вот такой у нас тут был интересный, тесный мир. Дальше. Что еще интересного? Ну, общаемся с друзьями и сразу перехожу к возможности ответить на, наверное, сейчас почти со всех сторон что-то такое в виде валов идут, информационных таких. Так вот, самое главное, что у меня сейчас прочитывается в вопросах, направляемых лично мне. Что там с атомной станцией на кое-какой территории?
люди переживают. Ну, просто элементарно видно, что они боятся чего-нибудь. Первое. Напомню. И то, что сам говорил неоднократно. И то, что неоднократно сказано бывшими офицерами военно-воздушных сил и ракетных войск, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Советские офицеры об этом тоже говорили. Что все ядерные заряды военные дезактивированы. В этом смысле любые разговоры про ядерные щиты и все остальное – это надувание щек. Это первое. Второе. До Чернобыля была одна обстановка. После она радикально другая. Все объекты под контролем. Ничего связанного с выходом радиации не случится. Пример. Фукусима. Все нормальные инженеры, атомщики, те, кто понимают, что там могло произойти и уже начало происходить, они все удивлялись. Там должно было бабахнуть и на пол России, так это, сибирской, пойти. Ну, там что-то было, но по сравнению с тем, что было, это вообще ноль. Наверное, кроме того, что получили американские военные моряки, оказавшиеся в эпицентре подводного землетрясения. Вот они получили радиацию «Будь здоров». И первыми об этом рассказали французы. Потом американцы уже так сквозь зубы что-то там намекнули. Поэтому какого-либо крупного неприятного происшествия не будет. А вот то, что некие не вполне свободные в принятии решения лидеры государств могут что-нибудь там такое скомандовать, а мы это каждый день видим. Как это не только там, в том месте, о котором идет речь, происходит. Мы часто видим на всем шарике. И еще раз вспомните, о чем я говорил, комментируя эксклюзивное интервью Рэнди Крамера для канала «Стрелёнка». У них был план постановки мира на уши. Все хуже и так далее. Сейчас они сами получают все это обратно на своей территории. И кое-какие события, произошедшие в феврале, предотвратили гораздо более худший сценарий, который был предуготован именно для этой части Земли. Чтобы они там ужасались, сидели в холоде, в голоде, но живые. И смотрели по каким-то там CNN, как вот там происходит что-то уже совсем не киношное, а жуткое. Так что все в этом смысле позитивно. Единственное, что нужно. Нужно хотя бы не мешать работе наших светлых братьев. Не дребезжать. Ничего случайного в жизни человека не бывает. От слова совсем. Далее. Сила мысли увеличивается с каждым днем. Потому что энергии у нас больше. Значит, что надо делать, ребята? Создавать в своем сознании максимально позитивную картину ныне происходящего и то, что произойдет впереди. Все. Вот больше от нас ничего не ожидается. Но и меньше тоже. Они же прекрасно знают, на что мы способны. И те, и другие. И одни хотят, чтобы сила нашей мысли наполняла их варианты уграбления человечества, чтобы мы это прокрутили в сознании и таким образом к себе привлекали. А другие просят, ожидают от нас строительства в нашем сознании максимально светлого будущего. Вот так. Далее. Не могу не сказать еще об одном, потому что очень часто эти вопросы звучат в комментариях от людей, которые жаждут задать вопрос, чтобы он вошел в вопросный чарт, там, в том месте, где ты берешь вопросы наших друзей. Ребята, под каждым видео на моем канале,
на нашем с вами, за который я отвечаю первым, всегда есть ссылка на канал Владислава. Пишите туда. Далее. Значит, у нас продолжает работать, кроме замороженного на неделю Астралионика 4, ну там и так достаточно материала, чтобы месяц просто сидеть и все это изучать. У нас есть еще телеграм-канал Астралионика Юрий Лир, по-английски там написано. Ссылка на который тоже всегда есть. Так вот, там замещаются те видеоролики, которые не прошли на YouTube, включая канал Астралионика 4. Вот есть ролики, которые там не прошли. Поэтому смотрите внимательно. Дальше. Еще раз повторяю. У нас есть свой сайт astralionica.space. И там еще больше всякой информации, которая туда помещена прямо с начала работы канала Астралионика главного. И я очень надеюсь, что туда будут помещаться как раз и видео, выставляемые в Телеграм. Но это уж как сможет администратор этого сайта. Надеюсь, получится. И, наверное, последнее, но тут я это обозначу буквально в двух словах. За последние пару месяцев и по нарастающей ко мне огромное количество обращений по разным каналам от людей, которые так или иначе считают себя ветеранами тайно-космической программы 20 и обратно и прочее. В общем, из обратившихся ко мне, по-моему, уже такой батальон можно устроить. Некоторым я задаю конкретные вопросы. Люди, как только получают конкретный вопрос, начинают думать. Вот на один из таких вопросов, а это элементарный вопрос, ну просто он дико элементарный. И все настоящие ветераны тайной космической программы, всех этих военных проектов, они на этот вопрос отвечают мгновенно, не задумываясь. Потому что если ты 20 лет там пробыл, если ты знаешь, как там считают в этих боевых структурных единицах, ты отвечать просто автоматически будешь. Вот просто мгновенно. Потому что там от этого жизнь зависит. Вот пока от соискателей, обращающихся ко мне, я ответ на этот вопрос до сих пор не получил. Ни от одного. Но это не значит, что нет таких людей. Владислав, я ведь и этой темы касался, да? Почему в русской части аудитории вот именно так обстоят дела? Там много причин разных и трагических, и имеющих очень важный, такой, я бы сказал, человекосберегающий фактор и фактор неожиданности, который тоже применим в современных условиях. Я не буду дальше все это объяснять, просто хочу сказать, что те, кто горит каким-то желанием, будьте готовы к вопросам в лоб, к простым и ясным. Вот у нас некоторые очень прославившиеся в относительно совсем недавнем времени персонали, они как-то поломались на некоторых вопросах в лоб и предложениях, которые были сделаны. Так что всякое бывает. И в любом случае я всем всегда желаю самого лучшего и реализации себя в жизни, в этой жизни, максимально гармонично, не забывая про золотое правило. Так, наверное, это очень коротко самое последнее было. А теперь, извиняюсь за такой затянувшийся вариант увертюры, мы переходим к опере. И тут я взалкал. Кстати, ты мне пришли, ты меня пришли, шпаргалки, мне тоже туда доливают, я уже не знаю, то ли мне работой заниматься, то ли мне идентифицировать
Те, кто принимали, да, участие в ТКП, ты мне шпаргалку сбрось. Я, по крайней мере, буду не тебе присылать, я буду задавать эти вопросы, буду подглядывать шпаргалку. Значит, ты сегодня начал как раз новости, что зашиваешься по поводу перевода, и как раз вот вчера Анна, это друг Альянса, друг Астралионики, предложила, значит, синхрониста профессионального, синхронный перевод, который родился в Латвии, да, и живет сейчас в Москве. И она предложила помощь этого специалиста, как раз я тебе уже переслал сейчас на WhatsApp ее аудиосообщение. Если это все устроит, я вас соединю, и тут, возможно, мы Черкасова разгрузим в этой части. Было бы здорово. Вот. Хорошо, ну тогда к вопросам. Поехали. Я так ждал, ты сейчас вот показывал журнал, говорю, ну сейчас он покажет винил, какой-нибудь винил, потому что у вас там такие распродажи. И тут он показывает, понимаешь, журналы, не винил, а журналы, да, ну все, вот облом. Нет, понимаешь, что винил — это такая вообще тема, где можно утонуть и забыть, сколько времени прошло. Это потрясающая тема на самом деле. Я, кстати, завтра еду на распродажу винила. Так, ну ладно, это отдельная тема, но об этом можно действительно бесконечно говорить. Так, ну и поехали. Роман задает первый вопрос. Благодарю. Задайте, пожалуйста, такой вопрос Юрию. Здравия, благословений в бесконечно-вечном, вдохновения и скорейшего наступления желаемого будущего. До сих пор не укладывается в единую картину, схему такие вещи, как мозг, сновидения, тонкие планы, сознание и восприятие реальности. Наяву, скажем, информация поступает через органы чувств в сновидении, хоть и по-другому, задействованы и воспроизводятся те же ощущения. Какова глобальная роль мозга в восприятии чего бы то ни было? Не является ли опыт тонких планов проекцией физического мозга? Грубо говоря, где проходит эта грань? Чем воспринимается многоплановая реальность? У тонких тел есть мозг. У тонких тел есть мозг и те же органы чувств. Если душа сознания, не знаю, как назвать, покидает тело, чем она воспринимает план своего существования? Уверен, вы уловили суть вопроса. По глазам вижу, уловили. Помогите восполнить пробел и устранить несостыковку. Всех благ, нетерпением жду ответа в новом эфире. Уловили? Так, ну да, мы все уловили. Значит, я буду говорить о том, что уловил я. Во-первых, в этом вопросе очень много подвопросов. Ну, например, есть ли у тонких тел мозг? В той работе, благодаря которой я получил свое докторское звание в области эниомедицины, я отдельные несколько глав там были посвящены анатомии тонких тел и взаимосвязи структур тонкоматериальных, человеческих, с плотными, плотно-физическими. Вот мне пришлось все это прорабатывать. И по-настоящему. То есть изучать труды Института мозга, и не только Бехтеревой, там другие ребята были. И, конечно, изучать оккультную медицину, включая книжку, которая доступна сегодня в интернете, «Эзотерика для начинающих», Уильям Дауэр. Изучать книги Мэнли Холла, если коротко его так назвать, который очень много написал на эту тему. В результате синтеза получилось нечто вполне приемлемое. И там вывод, который часть ответа на этот вопрос. Да, есть нечто тонкоматериальное, что можно назвать, например, эфирным мозгом. Есть определенные соответствия и взаимодействия между органами астрального тела. Подчеркиваю, органы астрального тела. Это чакры, это органы астрального тела. Если мы говорим об астральном теле. У нас есть еще эфирное тело. У нас есть витальное тело. Это нечто переходное между эфирным и астральным. Там масса интересных таких элементов всего этого, что работает
гармонично и целостно. В этом целостном, если совершенно упростить ответ на вопрос о мозге, чтобы не читать длиннющую лекцию, начиная с физиологии, анатомии, как это полагается пока еще в современной науке, то мозг выполняет главную роль, интерфейс между, во-первых, тонкоматериальными структурами человеческого микрокосма и плотно-физической его частью в виде определенных функций, которые он выполняет. И дальше читайте анатомию и физиологию мозга. Там много на эту тему проработано, но далеко не все. И как говорила Наталья Бехтерева, мы миллионной части не знаем о мозге. Это человек, который всю жизнь изучал мозг. Далее. Если подходить к мозгу с точки зрения всего, что заявлено в вопросе, то есть сновидения, многое другое, то там уже работают совершенно конкретные мозговые структуры, если угодно, мозговые суборганы или части мозга, выполняющие роль особых органов внутри мозга. Это слаженное взаимодействие, во-первых, гормональных желез, которые находятся в мозге, пресловутый эпифиз, про который сейчас, по-моему, уже даже как-то надоело всем слушать, потому что как-то забывают, что еще гипофиз есть зачем-то, а между ними гипоталамус. Но если есть гипоталамус, значит, есть и таламус. Это все есть. Так вот, я не случайно ссылаюсь на двух этих лидеров в этой области, которые были проводниками в наш мир, в смысле оккультно-эзотерической науки, включая физиологию, анатомию, скрытую от наших обычных способностей восприятия, где, например, идет речь о так называемых семи струнах в тонкоматериальной структуре мозга. Каждая струна откликается на определенные процессы, происходящие в тонкоматериальной части человека. В основном это касается астрального тела. А дальше по системе октавного снижения вот этого воздействия переводят это уже в наши психофизиологические реакции, психосоматику пресловутую и все остальное. Это очень сложно, но на самом деле, если человек обладает фундаментальными какими-то знаниями в области процессов волновых явлений. Простите, ребята, это школьная физика. В области каких-то резонансов, еще чего-то. Но тут чуть-чуть полезно бывает радиоинженерное образование. И в области современных системных решений, а это уже вот наша современная техника, то многое можно понять. Дальше. Конечно, в мозге не содержится память человека. Это исключено, это категорически невозможно. И Юрий Александрович Фомин, Царство ему небесное, человек, с которым я лично был знаком, и видеоролик, с которым есть на канале Астралионика, это великий популяризатор новой науки. Кстати, уфолог и человек, знакомый с очень многими странными явлениями. Он одним из первых в советское время, это не просто утверждал, а доказывал с помощью каких-то элементов статистической математики. И доказал, между прочим, за что его и вышвырнули из академической науки. Память человека, почти вся, она находится в его тонкоматериальной структуре. Это голограмма, это голографическая система хранения информации. Хранение и передача информации в случае ее востребования при функционировании здорового мозга. Востребование может происходить в разных режимах. Эти режимы в основном связаны с так называемыми основными ритмами мозга. Альфа, бета, тета, дельта, гамма. У каждого из этих ритмов свои характеристики, а все вместе в течение суток они складываются в очень красивую картинку, которую мы называем мозговой фрактал. То есть процесс. И без понимания фрактальной части
функционирования мозга. Вообще невозможно понять, как там какие-то процессы идут. Вот почему бессильные, беспомощные коллеги в белых халатах и прочие исследователи, только, занимающиеся только вот этими всякими узкоспециальными делами, без учета физики и математики, которые занимаются изучением фрактальных явлений. И, наверное, последнее. Я сейчас только обозначил подходы к этой проблематике. Только подходы. И последнее. Если мы говорим о сновидениях, это вообще астральное явление. И я надеюсь, уважаемому другу наших каналов, известно, что бывают сновидения наяву и в бодрствующем состоянии. И именно сновидения, потому что когда это происходит, те, кто исследуют такие дела, включая институт мозга, сама Бехтерева об этом рассказывала, у него на энцефалограмме идет ритм, который свойственен человеку, находящемуся в бодрствующем состоянии. Такое тоже бывает. Поэтому спрашивать о снах – это значит сразу охватывать огромный спектр проблем. Единственное, что можно сказать – все, что человек своим простым языком может обозначить, назвать словом «сон», это всегда как-то, каким-то образом связано с деятельностью, прежде всего, астрального тела и о влиянии этих процессов на бодрствующую психофизиологию через особые свойства мозга. И вот это то самое очень важное, что используется в ТКП. Там используются эти пограничные состояния. Через них в человека можно запихнуть любой объем информации. Подчеркиваю слово «любой». Потому что человеческий мозг по своей сути, по структуре, он абсолютно подобен, он фрактально подобен структуре Вселенной. И тот, кто знает некие подходы к вариативным системам, заключенным в кластерах мозговых, он знает, как туда эту информацию закачивать. А это секунды. Это секунды. Например, Рэнди Крамер об этом рассказывал, Пенни об этом рассказывала, Джейсон Райс об этом рассказывал, ряд других участников именно военных программ. Особенно те, кто работал как Пенни навигатором. Когда твой мозг – это продолжение мозга корабля. Причем мозг корабля космического, гигантского, как город, выращивается из частички мозга навигатора по определенной программе. Поэтому это единый мозг. И туда запихнуть можно все, что угодно. Не надо там 10 лет учиться работе на космическом корабле другой модификации. Там, от микроскопического до гигантского. Сел, раз, программа пошла, и человек не думает на рабочем месте, новом, абсолютно новом, казалось бы. Он не думает, как что там нажимать, какой тумблер, какие кнопки, какие там экраны, что ему показывают. Он просто это знает. И, кстати, в этом смысле, вот иногда некоторые такие критики рьяные всяких космических блокбастеров киношных, ну, так посмеиваются. Ну вот, там кто-то впервые сел в какой-то звездолет и уже знает, какую там кнопку нажимать, какой тумблер. Ну так, хихикают. Ну что вы нас, ребята, все так и есть. Только перед тем, как сесть в это кресло, он несколько секунд прошел закачки информации, ему ничего не нужно. Он знает на уровне безусловных рефлексов, которые отрабатывались, может быть, действительно, может быть, десятками лет в какой-нибудь параллельной временной линии, специально для этого выделенной, для этих обучений. А потом та информация скачана оттуда, переформатировано в нашу временную и дает, дальше раздается по мере надобности тем, кому это надо. Я на этом остановлюсь, потому что это очень
мощная тема. И человек затронул колоссальную такую глубину информационную. Может быть, к нему как-то вернемся. А пока, наверное, пойдем дальше. Благодарю. Следующий вопрос от Анны. Уже он освещался, но я решил задать, потому что человек попросил. Владислав, добрый день. Можете узнать у Юрия, что по-настоящему скрывают за заборами Австралии, если он сможет подробнее, хотя тема, видимо, супертайная. Значит, в вопросе не прозвучало уточнение, о каких именно заборах идет речь. А строить догадки, домыслы я не привык. Значит, я буду отвечать, исходя из того, что мне известно о некоторых заборах. На территории Австралии есть, ну, некоторые считают, что самая главная база так называемого совместного использования. Это в центре материка. Pine Gap. И это одна из самых темных структур во всех смыслах. В чем-то гораздо круче, чем всякие дульче или далсо, как говорят американцы. И, к великому сожалению, там пока еще не наведен долженствующий порядок, там продолжаются всякие эти безобразия, включая и то, что иногда происходит с детьми. Это там пока есть. Есть причины, по которым невозможно одним махом там все решить. Потому что задача всегда стоит совершенно четко. Окуна. Помните? Третья буква. Максимальное человекосбережение. Отсюда и тактические подходы к такого рода проблемам. Там, конечно, есть и другие места, но вот это, там не просто заборы. Там такая система контроля. Смотри, я сижу и думаю, странно, чего нету атак? Через 5 секунд ты исчезаешь. Я сижу, думаю, что-то атак-то нету. И пошли атаки. Мам, продолжаем про Австралию. Да, я повторю на всякий случай. В каком месте прервалось? Ну вот ты начал рассказывать, что там есть объекты. Да. Итак, это объект совместного пользования. С теми, кто нас рассматривает, как исследовательский материал и еще то, что можно скушать. Да, и соответствующим образом понятно, что там технологии соответствующие, да, их контроля над этим пространством. Не только на Земле, но и над этим всем. Включая пока еще действующие искусственные порталы. Вот такие странные дела. Поэтому, если мы говорим о заборах, то я, наверное, ответил на вопрос, коль скоро не было никакого уточнения, про какие заборы идет речь. Ну, Анна, наверное, имела в виду ту колючую проволоку, которую все знают, знаменитая колючая проволока, многокилометровая, которую якобы сделали там от этих грызунов и от кого-то еще, а на самом деле за ней там находится. Ты уже об этом рассказывал, там есть специальные какие-то базы, и на этих базах как раз ты затронул там и связанные с детьми, и с созданием киборгов и так далее. Я про это и сказал. ПНГ, да? И еще раз повторю, там не только эта база, но она самая здоровенная. И есть люди в Австралии, с которыми я периодически общаюсь. Они мне так аккуратно, осторожно рассказывают то, о чем им рассказывают аборигены, которые там живут. В чем-то у них ситуация гораздо круче, чем у индейцев, которые тоже живут в Америке около кое-каких зон, и которые натерпелись там от них всего чего, вот, в том числе около самой зловещей этой базы
Далса, как говорят американцы, или дульче, как это говорят испаноязычные или индейцы. В общем, их вообще не рассматривают там никак, кроме как еду и все остальное. Если на белых там смотрят, ну, мало ли кого-то начнут искать, то с ними не церемонятся. Есть и многое другое печальное, что я, честно говоря, не хотел бы сегодня обсуждать, потому что, ну, тогда это... Тогда надо говорить о других деталях. Одно только скажу. Вот эти все... Может быть, в этом вопросе что-то такое содержалось, но вот все эти совершенно невероятные и средневекового уровня теории там, плоскоземельщиков и прочих, то там такой забор, который отделяет от моста, который соединяет с Антарктидой. Я уже говорил, чьих рук дело такого рода искривление в мозгах, причем с опорой якобы на современную науку. Причем в этих доказательствах из науки выбирается кое-что, а остальное отодвигается, как вот ненужное. И делается талантливо, должен признать. Значит, не в последнюю очередь такого рода, назовем это аккуратно, иллюзии восприятия и подачи информации связаны, во-первых, с тем, что в некоторых местах применяются те самые голографические технологии, уже пятого поколения, кстати, которые настоящие чудеса могут творить. То есть просто километровые можно сделать голограммы с изображением того, чего на этой местности нет, или наоборот. Дальше я не буду углубляться во все эти нюансы, а то, может, опять что-нибудь у нас тут начнет прерываться. Пятого поколения – это уже осязаемые структуры, просто твердые на ощупь, если надо. Вот что такое современные голографические технологии, которые могут изобразить тебе вообще все, что угодно. Айсберг в пустыне тебе могут изобразить. И ты подойдешь его, потрогаешь, видишь, о, твердый. Говорят, что есть уже шестое поколение, которое передает полностью оттенки температуры, запахов и всего остального. Но это, говорят те, в ком я, честно говоря, пока не уверен. Так что мы живем в такое время, где реальность уже просто может стать абсолютно виртуальной, если мы позволим этому случиться. Если мы будем вести себя, как вот те самые средневековые ребята, которые были абсолютно убеждены, что там, где кончается горизонт, то там голову можно просунуть и увидеть какую-нибудь всячину интересную. Лампочки, гирлянды какие-нибудь. И Деда Мороза заодно. С говорящими оленями. А я, кстати говоря, думал, что там переход есть в Антарктиду. Еще раз повторяю, современные вот эти технологии могут сделать все, что угодно. Хорошо, спасибо. Так, идем дальше. Следующий вопрос от Ольги. Владислав и Юрий, здравствуйте. Благодарю вас за ваш труд и за все, что вы делаете полезное для людей. У меня вопрос. Помню, как в детстве родители переучивали меня, заставляли брать ложку в правую руку. Делали насильно, правшой. Тогда как принято было. Откуда такое правило? Как влияет такая переделка на здоровье, судьбе? Спасибо. Надо ли тут насиловать психику? Тут насиловать не надо. Вообще насиловать нигде не надо. Ни тут, ни там. Никак. Начнем с этого. Но были те времена. Строили коммунизм, как нам его преподносили, в том числе и в макро, и в микросоциумах. В этом что-то было, да? Сейчас мы об этом говорить не будем. Система воспитания
была унифицирована. И давайте говорить как есть. Она была заточена очень часто на готовность применения к каким-то применения каких-то немирных технологий. Лишь бы не было войны. Вот под этим лозунгом выросло не одно поколение советских людей. В этом что-то было. Все технические вузы, более-менее серьезные, всегда были отчасти только гражданскими. Уж тем более авиационные. Вот эта система унификации в подготовке, в обучении персонала, всегда что-то было это. Я нарочно сейчас специально обозначил эту тему, потому что... Друзья, вот видите, да, сегодня уже два раза подряд, и нас мешают, нам мешают пройти эфир. Ну ничего, мы не сдаемся, идем дальше. Мне становится уже интересно, а что дальше будет? Продолжаю. С остановками работать? Ну, это живая встреча, поэтому все. Да, но этому есть объяснение, включая и очень тоскливые, печальные обстоятельства вынужденности использования вот этого интернет-промоутера, главного поставщика, к которому я долгое время относился с уважением к латвийскому, а теперь уже без уважения. Latvijas Mobilais Telefons недавно мне расписался в том, что они, видите ли, не могут решить технические проблемы, у них периодически сбои. Так вот я им выражаю свое неудовольствие по поводу их работы. Надеюсь, это войдет в эту запись. Так работать нельзя просто. Не будем отдавать им нашу энергию волшебную. Продолжаем. Да. Дальше. Значит, мы только что говорили на тему... Правая, левая рука, ложку. Да, вот у меня такое ощущение, что кое-кого чему, кое-чему не доучили. Ладно, бог с ним. Или научили не так. Завершая эту тему, я хочу сказать, что советская система действительно была, если называть вещи своими именами, с элементами определенного такого тоталитаризма. Да, эта система в тех условиях могла выживать, развиваться и даже эволюционировать до какого-то периода. Вот при таких обстоятельствах. И под эти обстоятельства очень многое в этом обществе приспосабливалось. Прежде думай о родине, а потом о себе. И вот это было главное. И это иногда превращалось и в такие системы насильственного перевоспитания. Я сам это проходил. Я тоже урожденный левша. И вспоминаю все эти печальные обстоятельства переучивания на правшу. Я не считаю, что меня исковеркали, что мне как-то что-то там нехорошее сделали, из-за чего я стал, не знаю, кретином, дебилом, неспособным ни на что. Я просто оказался более приспосабливаемым и хитрым там, где это было нужно в жизни. Кроме того, жизнь всегда посылает, Владислав, всегда посылает возможность восстановить некие способности, навыки, которые были куда-то там задвинуты вот таким способом перевоспитания. У меня это все встало на место, как только я начал заниматься карате. Там все приемы, все виды немирного воздействия на противника начинаются в изучении с левой руки. Мне это дико нравилось. А я думал, когда взял в руку гитару. Ты сейчас можешь, кстати, левой сыграть на гитаре? Или все, это уже право? Правое, бесповоротно? Нет, я в этом совсем не считаю необходимым себя как-то переучивать. У меня был период. Вот я раскрою такую тайну. Маленькую тайну. Да. Когда в подростковом возрасте был весь из себя влюбленный в творчество Битлз. Все про них там изучал. И вот Пол Маккартни, левша, я пытался
я считал, с дуру просто пытался научиться играть левой рукой. Ну и что? 2 месяца помучился, бросил это дело. У меня такое ощущение, что и как-то с правой стороны ничего выходит иногда. Так что все поправимо. В определенных пределах, конечно, как говорил наш прекрасный редактор Леонид Ильич Коваль, в отличие от гениальности, тупость беспредельна. А вот надо стремиться к чему-то высокому. А ты знаешь, что основная череда президентов Соединенных Штатов Америки – левши? Угу. Причем не переученные, такими и остались. Ну, вот видишь как, вот они левши, а миру от этого легче? Вопрос. Какой рукой подписывается какое-нибудь распоряжение, после которого мы знаем, что бывает? Хорошо. Будем надеяться, атаки прекратились. Идем дальше. Вопрос от Веры. Здравствуйте, Владислав и Юрий Рубинович. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о природе зыбучего песка и что задает частоту вибрации этому песку. Слышала от участников ТКП о том, что там под песками могут быть базы инсектоидов. Правда ли это? Могут быть, а могут и не быть. Вот наша часть побережья Балтийского моря в Саукостах, она многие века известна как побережье, опасное иногда возникновением зыбучих песков. Я сам несколько раз попадал в такие зоны, особенно после обильных дождей или каких-нибудь мощных бурь. У нас образовываются на пляже такие зоны. Но, в конце концов, надо не хлопать ушами и не отрываться от действительности, иначе можно загреметь куда угодно. И тогда тебе уже будет все равно, там есть инсектоиды или нет. Вот. Так что надо все это понимать. Теперь насчет частот. Это уже касается науки, связанной из геологии, геологии песка конкретного места. Потому что это понятие, это известные, все геологи знают всю эту проблематику. Потому что конкретный вид песка формируется только в конкретном геологическом пространстве. Другого быть не может. Таких чудес не бывает. Например, у нас Юрмала, там один вид песка, очень тонкий, такой, как пыль иногда. А наша часть побережья – очень крупный песок. И отсюда физические свойства тоже разные. Резонансные свойства, конечно же, разные. Условия образования таких специфических, их называют иногда кластеры песочно-водные, другие. Это серьезная наука, которой занимаются серьезные люди, и они знают, в каком виде песка могут образовываться зыбучести, а в каком нет. Вот в Юрмале это почти невозможно. Там есть особые зоны, но их все знают, куда никто не суется. И это связано как раз с влиянием подземных течений бывших рек. А здесь ничего такого не надо, тут все по-другому может образоваться. И, наверное, последнее. Не напрямую, но вполне опосредованно. И такие работы есть, я их читал, в геологии такого рода объектов, как наши пляжи. Это может... Матч состоится... При любой погоде. Я переключился на провайдера Теле2. Вот так вот. У меня, кстати, Теле2. Ну вот.
Я понимаю, почему это происходит, потому что впереди такие вопросы. Так, по поводу... Секундочку. И сейчас будет музыкальная пауза. Thank you.
благодарю за потрясающую музыку. Я так понимаю, вопрос про зыбучие пески и инсектоиды исчерпан полностью. Да, тут кого-то мы так дернули за хвост, что, наверное, лучше их вообще сегодня не поминать. Да, ну дальше будет еще интересней. Чем дальше в лес? Ну, придется тебе сегодня тогда поработать монтажером. Да, мне не привыкать. Поехали дальше. Следующий вопрос от Веры. Добрый вечер, Юрий Рубинович. Расскажите подробнее, пожалуйста, о том, что происходит с человеком и его телами, душой, духом и связью с высшим «Я» при приеме, вот поэтому нас и отключали с тобой, при приеме айаваски. Открыт ли такой человек для захвата низковибрационными сущностями? Повышает ли прием айаваски вибрацию человека? Благодарю. Значит, вопрос огромный по превходящим в него всяким подуровням. И начну с того, что, как ни странно, но в открытой научно-медицинской, научно-биопсихофизиологической науке на эту тему не очень много наработано. Причины могут быть разные, я на этом спекулировать не буду, но это факт. Ровно точно так же, как не очень много находится работ научных в открытой печати касательно других способов полетов непонятно куда, вылетов в астральную трубу и многое другое. Значит, такого рода мероприятия, они опасны по определению. Потому что речь идет об очень тонких материях. Речь идет о непознанных нашей официальной наукой видах взаимодействия реальных процессов, происходящих в психофизиологии человека с некими высшими центрами, связанными с функционированием эпифиза и других гормональных желез. Поэтому если рассуждать на эту тему с точки зрения пока еще существующей академической науки, тут мало что можно вразумительно сказать. Теперь, если подходить к вопросу, скажем так, с платформы этно-оккультно-эзотерической практики, то тут сказать-то можно многое. Но все, что можно сказать, в конечном итоге будет сводиться к тому, что процедура никогда не может быть абсолютно безопасной в смысле наступления каких-либо последствий. Они могут быть совсем не мгновенными. Они могут иметь какое-то скрытое течение. В некотором смысле, я уже упоминал в последнее время и кашпировизацию, и кое-что другое. Это первое. Второе. Будучи выдранным из целостной, мощной культуры, традиций, которые восходят к каким-то тысячелетним опытам, за которыми, между прочим, очень часто опыт взаимодействия конкретной генетики человеческой с представителями неродственной нам генетики, из всего этого что-то вынуть и использовать в урбанизированной среде, ну, те, кто понимают вообще хоть что-то, они должны отдавать себе отчет, насколько это через
чревато. Потому что если это делать где-нибудь там в сельве, в Амазонке, в других местах, там одни важные обстоятельства, которые всегда учитываются проводником, у которого должно быть непререкаемое нечто. И не в виде диплома и золотой медали, а в виде абсолютного уважения сородичей. А это передается вот ровно точно так же, как шаманская практика и многое другое. Это тоже взаимодействие с тем, о чем, ну, в общем-то, неплохо сказано в книгах одного такого интересного американца с латиноамериканскими корнями, Кастанеда. Я не хочу сказать, что все его книги надо прорабатывать, так изучать. Этим должны заниматься соответствующие структуры академической науки, этнология и прочее. Я думаю, что главное там, в общем-то, в первых книгах, и это главное, оно востребует самого важного в человеке, когда он соприкасается с чем-то неведомым и культурно не соответствующим той урбанизированной среде, в которой мы живем. Об этом Кастанеда очень много написал. Но такое ощущение, что все это просто напрочь никому не нужно, никто ничего не хочет учитывать. Ну, потом чего удивляться, если начинаются какие-то дела. А я вам назову статистику. Я интересовался этим вопросом. И, между прочим, об этом у меня была переписка с тем самым замечательным немецким токсикологом по фамилии Клинкхарт. Когда мы обсуждали с ним тему воздействия наноалюминия, падающего на нас еженочно и ежедневно, как-то так мы затронули эту тему. И он имеет что сказать, потому что это ведь тоже и токсикология, между прочим, вот эта область. Так что рисковое это дело. По статистике, которую он привел, изучая эту тему с точки зрения своей науки, токсикологии, и плюс на таком уровне люди общаются довольно активно, обмениваются информацией. Значит, примерно каждый десятый случай уже происходит с последствиями негативными прямо после этой процедуры. Примерно каждый 15-17 это скрытые, пролонгированные, как говорят, то есть протяженные по времени последствия. А дальше я не буду здесь обсуждать долго варианты последствий. Каждый из этих вариантов – это глубочайший стресс, который затрагивает всю психоэнергофизику человека. Вопрос, если это все произойдет, куда вы с этим дальше будете отправляться? Но если все это происходит сразу после, ну хорошо, вы, допустим, пойдете к этому, который вам проводил этот сеанс. И что дальше? Дальше что? Я знаю массу случаев, что это все кончается возвращением денег и всякими дальше такими околомаркетинговыми общениями. Это так ласково называю. Которые заканчиваются иногда по-всякому. Включая мордобитие, между прочим. Такое до меня тоже доходит. Этим я не хочу сказать, во-первых, что это стопроцентно, это гарантированно негативно, плохо и все остальное. Я просто хочу сказать, что прежде чем на это идти, надо абсолютно ясно и четко соразмерить суть вашего желания в это окунуться, вылететь в трубу и вернуться обратно благополучно. И степень риска. Бывают особые ситуации. Бывают, я их знаю тоже. Когда речь идет об очень важных категориях, затрагиваемых в человеческой жизни.
Но редкость таких ситуаций только и намекает на это золотое правило. 100 раз подумать, прежде чем в это окунаться. Мало не покажется. Я никого не отговариваю. Я не хочу огульно тут все смазать какой-то единой краской. Мне лично, как человеку, придерживающемуся все-таки основ научного исследования проблемы, хотелось бы, чтобы эта процедура была исследована хотя бы на том уровне, на котором исследовалось воздействие на человека ЛСД. Вот хотя бы на этом уровне. Нет этого, ребята, на таком уровне этого нет. Поэтому я хочу сказать, что если есть какой-то вариант, вы лучше поищите чем другого. И всегда, когда речь идет о чем-то таком, знаете, туда надо обращаться искренне, всем сердцем, обращая туда свой вопль душевный, в котором истинная суть вашего желания к чему-то такому прикоснуться. Знаете, настолько четко все работает, когда вот так искренне, открыто вы туда обращаетесь. Вот только сколько таких обращений? Эти обращения потом выслушивают, между прочим, иногда батюшки разные и прочие святые отцы, когда бывает очень поздно. Когда схлопотать можно и подселенца, и еще чего-нибудь. Да и просто начинает здоровье разрушаться. И вместо обещанного вам восстановления со собой высшим, вы что-то такое можете получить, что нашей обычной наукой не решается. Включая медицину и многое другое. В ТКП, кстати, если кого-то интересует, такие процедуры совсем не поощряются и считаются нежелательными. Этим я закончу ответ на этот вопрос. Благодарю. Следующий вопрос о параллельных мирах. В одном с нами пространстве живет множество других видов существ из разных цивилизаций и на разных частотах. Подобно как одно пространство делит разные радиостанции, вещая на разных частотах. В каком диапазоне частот живет наше человечество? И можем ли мы изменить наши частоты, чтобы увидеть других существ с помощью устройств наподобие RF-машины? Если да, то какие частоты нужно использовать? Ну, кстати говоря, тут два вопроса по поводу ионаски и вот этого. А надо ли нам видеть этих существ? Мало не покажется потом. Вот именно. И на эту тему очень многое могут рассказать люди, в кавычках, осчастливленные такого рода дарами. Это только они могут рассказать, как тяжко им живется при их способности или врожденной, то есть несущей частоте, с которой они воплощаются из жизни в жизнь, или неблагоприобретенный. Есть у меня и такие знакомые, которые такой дар в кавычках получили, например, после контузии на афганской территории, вот те самые годы советские. Конечно, в вопросе прозвучали такие вполне правильные констатации. Тут и частотный диапазон, тут и добрососедство радиостанций. Но только радисты знают, как там все непросто бывает, и какие иногда бывают суперпозиции и наложения, и как с этим приходится бороться. И это, между прочим, очень четко укладывается и в эту тему оккультно-эзотерической практики, взаимодействия с разными параллельными нам формами жизни. Тут сплошная радиотехника. Или, как любил говорить Анатолий Васильевич Мартынов по образованию физик-акустик, там, где кончается мистика, начинается акустика. И наоборот. Я считаю, что
какие-то такие обсуждения этой темы просто ради удовлетворения некой формы любопытства вряд ли имеет смысл. А серьезно на эти темы разговаривать надо в соответствующей обстановке, будучи полностью уверенным в том, что, во-первых, терминология, которая используется в таких беседах, всеми понимается одинаково, то есть общий протокол. А во-вторых, что те, кто с вами собеседуют, имеют абсолютно благие намерения. Я имею определенный опыт, скажем так, осмысления разного рода попыток вовлечь меня во все такого рода мероприятия, начиная с той самой интересной конференции, с семинара международного, о котором я рассказывал, где мне тоже пытались. Но вот интуиция у меня, слава богу, работает. И когда я начинаю угадывать в этой инграмме вопросительной какие-то смущающие меня вибрации, я либо отказываюсь сразу, либо в начале такой беседы сразу обозначаю границу, за которую мы выходить не будем. Потому что если мы начинаем за эти границы выходить, тогда надо, как там, явки, пароли, имена, коды, частоты. А это все очень серьезно. Это, если кто не понимает, насколько это серьезно, это в том числе и операция кукушонок, и многие другие родственные. Это психотроника, боевая, бытовая, следственная. Вот что это такое. Вот о чем сразу идет речь. Так что давайте мы эту тему пока оставим в покое. Может быть, когда-нибудь это будет изучаться в каких-нибудь учебных заведениях профильных, в которых надо такую тему изучать, чтобы больше это нигде никогда не повторялось. Потому что любые способы залезания в тонкие планы и разного рода специфические взаимодействия этих планов, этих миров, их посетителей, обитателей с нашим, это то, что в советское время называлось ДСП, для служебного пользования. Благодарю. Следующий вопрос из Италии от Александры. Здравствуйте, Владислав и Юрий. Жду с нетерпением медбет. Сколько осталось времени? Я инвалид второй группы, и на многие оздоровительные процедуры средств нет. Или посоветуйте, пожалуйста, как избавиться от остеоартроза, спинных грыж, фибромиалгии и СХУ. Спасибо большое за ответ. Во-первых, я очень сочувствую этому человеку. И, дорогая Александра, на канале Астралионика, пока еще существующем, главном, с конца 2020 года по конец весны 2021 года было дано очень много информации относительно тех или иных способов самолечения, если хотите, самопомощи, с помощью гомеопатии. Там упоминались катушки Мишина. Мы говорили о технологии Кеше. Еще многое другое. Но в конце концов, вот на некоторых других каналах, и это отражается на деятельности канала Астралионика, мы беседуем на тему озонированного масла, других каких-то вариантов. Дальше, Паркис Медикус. Это не медбед, это не технология ТКП, только ТКП. Но совокупность всего, что я перечислил, начиная, повторяюсь, гомеопатии, перекись водорода, применяемая местно, я просто уверен, она может вам помочь. Включая грыжи позвоночные, межпозвоночных дисков, включая шморля. Я это все на себе испытывал после некой особенной аварии. У меня позвоночник вообще был в таком виде, что
когда я сделал рентгеновский снимок, мне коллеги, вертебрологи сказали, так, срочно, вот на комиссию, на инвалидность, пока есть возможность. Я через 3 месяца перестал чувствовать вот то, что чувствует человек, у которого грыжа шморля и многое другое. И это совместная работа грамотно остеопата и препарата Discus Compositum. Это случай с конкретной практики на себе. Это только одна часть затронутой вами проблематики. Поэтому не надо ждать MedBeds и прочих важных составляющих новой медицины. Действуйте, исходя из того, что пока доступно, возможно. Каждый элемент того, о чем говорилось в этих выпусках, очень важен, и в системе это дает хорошие результаты. А когда получим мы и MedBeds, и источники энергии, много другого, это зависит от нас. Я часто и четко об этом говорю. От нашей совместной работы. В конце концов, от количества людей, которые подключаются к нашим регулярным, по свободной воле, обращениям к нашим светлым братьям. И от этого тоже зависит. В очень большой степени. Так что предлагаю вам подумать и не терять время. Если что, связывайтесь со мной. Как смогу, вам еще помогу какими-нибудь консультациями, какими-нибудь советами. Благодарю. Виачи задает вопрос. Здравствуйте, Владислав и Юрий Рубинович. День рождения стал таким привычным праздником, особенно для тех, кто отмечал его уже не один десяток раз. Но этот день я считаю по-настоящему магическим. Ведь он прокладывает мостик между землей и небом, по которому к нам спешит самый дорогой подарок – животворящая энергия Божьей любви. Как правильно подготовиться к этому событию? Соблюдать пост? Уединиться или собрать всех родных? Что такое соляр? Что происходит в этот день с биоэнергофизикой человека? Всех благ вам, вашим родным и близким. Ну, во-первых, Божья благодать, благословение источника всего живого к нам не сходит не в день рождения и какое-то время, а каждую невообразимо мельчайшую долю секунды постоянно получаем это от нашего источника. И только сами и можем себя от него отлучить неправильными мыслями, действиями и всем прочим неразумием. Поэтому первое, к чему я всех призываю, всегда помнить о том, что на самом-то деле часть этого источника всегда у нас вот здесь, в сердце. И туда все приходит. И оттуда должно все исходить. И совсем не только в день рождения, но и как можно чаще. С тем самым отношением к миру, которое я регулярно озвучиваю, о котором рассказываю, которое называется «Золотое правило». Первое. Второе. Да, человек – существо цикличное, как все во Вселенной. Есть свои особые резоны, своя мистика, свое оккультно-эзотерическое знание относительно того, что именно, какие тончайшие процессы дополнительной подстройки под вселенские циклы происходят в день, условно называемый днем вашего рождения. У некоторых это ночь рождения, между прочим. Я не хотел бы сейчас углубляться именно в эту такую сугубую оккультно-эзотерическую часть этого вопроса. Я скажу только о том, что когда-то, еще в начале 80-х, когда этой самой оккультно-эзотерической литературы у нас вообще не было, когда за чтение и распространение, например, книг Агни-йоги сажали
И иногда надолго. Это тоже факт. И к этому много чего можно добавить. Так вот я из того времени запомнил то, что прочитал в одном источнике, попавшем ко мне в руки. Как выяснилось, источник был чистым. Существует некая закономерность. Не буду повторять, сейчас углубляться в ее физические, какие-то физико-оккультные составляющие. Это есть. Другое дело, что не надо понимать все слишком буквально примитивно и в прикладном ее виде. Это все несколько тоньше, чем обычно это излагается. Так вот, если начать отсчитывать от дня рождения 12 дней, то каждый из проживаемых дней в этот период, он как бы, я подчеркиваю, как бы закладывает модель событийного ряда в конкретный месяц. Вот тогда, в начале 80-х, я не буду объяснять, как я это делал, почему я счел необходимым это делать, но были на то причины. Я занялся этим делом. А потом несколько лет это продолжал изучать. И понял, что в этом, да, что-то есть. Так оно и происходит. Только не надо искать буквальности и прямых этих линий. Тут все тоньше, и тут надо уметь наблюдать за собой. Важно даже не то, что происходит с тобой вокруг тебя в эти дни, в эти 12 дней, а как ты на это реагируешь. Вот что важно. Вот как ты отреагировал, так и будут развиваться события в том их темпоритме напряженности или наоборот расслабленности, в удачности или неудачности во всех смыслах. Так что вопрос на самом деле и огромный во всех его тончайших нюансах, деталях и прочем, и простой в той рекомендации, которую я могу дать. Наблюдайте за собой эти 12 дней и постарайтесь, чтобы хотя бы эти 12 дней у вас были, во-первых, максимально гармоничны в том, как вы живете с миром, с близкими, родными, с кем угодно. И с тем, чтобы в каждый из дней вы вкладывали максимум того, что вы можете вложить. Я имею в виду прежде всего вашу способность изливать в мир ту любовь, которая внутри вас живет. Этим делиться. И таким образом улучшая мир. Больше мне сегодня в ответе на этот вопрос ответить нечего. Благодарю. Ольга задает вопрос. Здравствуйте, Владислав и Юрий Рубинович. С недавнего времени западные звезды, в кавычках, Голливуда и шоу-бизнеса стали рекламировать еду из насекомых. Производство муки из насекомых навязывают и России. Что происходит? Зачем это? Как это связано с цивилизациями инсектоидов? Значит, что у нас тут с насекомыми? Первое, что я должен сказать. Если подходить к вопросу с точки зрения гастрономических свойств этих блюд, питательность, количество белков и прочего, там в этом смысле все нормально. Вот только за всем этим действительно что-то очень-очень настораживающее. И совсем не в том смысле, что кто-то пытается перевести человечество на такой вид пищи, потому что за этим какой-то злобный замысел каких-нибудь нехороших инсектоидов. Я думаю, что как раз инсектоидам меньше всего
улыбается перспектива видеть своих меньших братьев у нас на столе в каком-нибудь таком виде. Здесь действительно есть определенная такая изощренная, изуверская система деградации человечества, включая и питание. Вот эта формула «ты то, что ты ешь». Ее не англичане придумали. Это формула древней индийской аюрведы, которая знает, что почем. И поэтому такой тип питания, во-первых, не всем полезен. Есть определенные типы гомеопатические среди нас, у которых от такого питания может произойти резкое нарушение обмена веществ. Тоже не буду углубляться слишком в эту тему, это просто факт. Вот точно так же, как приезжает куда-нибудь, Таиланд, да в ту же Индию, группа людей, считающих, что там счастье и спасение духовное и прочее для них уготовано на блюдечке или на ковре самобранки. Так вот, из этой группы от пищи, которую они вкушают там, предложенной им, начинается не просто несварение желудка, а болезни серьезные, с которыми они некоторые живьем возвращаются обратно. У какой-то части этой же группы от этой же пищи, только удовольствие и приятности внутри, может быть, с легким бурчанием каким-нибудь. То есть мы все разные. Далее. В принципе, можно тут продолжать про наших друзей-китайцев, которые едят все, что движется. Но стоит ли в этом смысле уподобляться? У нас действительно космически, генетически разные типы. У желтой расы одна система восприятия и переваривания, усвоения, многого другого. У негроидной расы другое. Вопрос, надо ли нам уподобляться в этом смысле тем, для кого вся эта насекомая субстанция – это привычная среда обитания и иногда даже пищи. Вот в этом вопрос. Пусть голливудские сумасшедшие делают все, что угодно. Их там ввергают во все тяжкие. И вот Алекс Джонс, ведущий программы InfoWars, у которой всякие есть интересные дела, и которые у меня свое отношение такое специфическое. Но он недавно, как он иногда умеет, высказал свое отношение к Голливуду вот в этом смысле. Он даже их назвал этих, которые в чем там только не участвуют. Кое-какими словами. Я думаю, что он близок к истине. И нам совсем и в первую очередь надо брать пример с этой братьи. Дальше. Где родился, там сгодился. Есть такая замечательная формула. Русская народная мудрость. И в нашей среде существует своя система отсчета в гастрономических всех этих пристрастиях, где не последнюю роль играет, во-первых, здравый смысл, во-вторых, серьезнейшая, глубокая национальная культурная традиция питания, которая образовывалась очень многими тысячами лет, и это встроено в нашу генетику. Я имею в виду всех, у кого та самая гаплогруппа славянская, о которой многие теперь уже знают. У нас другой тип питания, усвоения и многое другое. И поэтому я не считаю нужным вообще обращать внимание на все эти и голливудские, и многие другие безумства. Там очень многие во все это играют по разным причинам, кстати. Я
сегодня же говорил, наши люди в Голливуде. Я многое знаю о особенностях быта, в том числе этих супер-мега-звезд. Они несчастливы. Если им иногда кое-кто скажет, они живьем лягушку сидят. Главное, чтобы это было под камеру. А если они откажутся это делать, самое мягкое, что с ними произойдет, они не получат роль в каком-нибудь фильме. А дальше я уже говорил и упоминал имя человека, который жил внутри всего этого, и которого убрали очень быстро, как только поняли, что он остается человеком, по фамилии Руссо. Я упоминал. Так что есть и там люди с человеческой внутренностью во всех смыслах, которым совсем не нравится то, что делают все эти несчастные, по сути, мегазвезды. Достаточно, я думаю, на эту тему. О, у вас жарко? У нас жарко. А у нас очень жарко. Я вот даже жалюзи закрыл, чтобы вот это отражение солнца от окон соседского дома не превращало в меня в обитателя камеры какой-нибудь там, номер такой-то. Я сейчас мечтаю о кружке кваса прохладного. Но надо делать этот матч, который состоится при любой погоде. Хорошо. Марина Мария задает вопрос. Спасибо большое, глубоко уважаемый Владислав и Юрий, за такую замечательную возможность. А вопрос такой. В ролике с участием Миры Солярис она рассказала, как они залетели в будущее даже дважды. Кажется, в 3075 год или еще какой-то год. Сейчас точно не помню. И будущее, скажем так, было далеко не царствием Божьим. То есть человечество снова скатилось, в кавычках, по наклонной. Как говорил Михаил Жванецкий, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Вот такой вопрос. Но это не вопрос, это скорее констатация того, что человек почерпнул на канале Миры Солярис. Даже почти некая декларация чего-то. Значит, во-первых, я поддерживаю контакты, некоторые виды связей более или менее продолжительных с очень большим количеством людей. И далеко не всегда я после таких контактов как-то каким-то образом наблюдаю или уж тем более, не дай бог, контролирую, что происходит на этих каналах, сайтах и все остальное. Мне это не важно. Моя задача, если я увидел человека, в котором что-то интересное проявилось на тему, допустим, ТКП, самому с ним познакомиться, и если я вижу вполне адекватную личность, познакомить с ней аудиторию наших каналов. Все. Далее все абсолютно свободны в любых формах взаимодействия и с самим таким человеком, и с его каналом, и с содержанием, с чем угодно. Меня это не касается. Я никак, никоим образом не участвую в работе такого рода каналов, а их очень много. И включая каналы и сайты людей из группы Пенни Брэдли, ну, поверь, я очень много с кем общаюсь, да? Это первое. Второе. Каков ты, таков мир вокруг тебя. И к такой форме будущего тебя может притянуть. Мы знаем, мы эту тему очень много раз говорили. Про все эти временные линии, их там иногда пересечения и прочее. Я повторяться не буду. Уже, честно говоря, приелось. Далее. На тему разных вариантов вот этого самого будущего рассказывали люди, вполне вменяемые, прошедшие разного рода тесты на адекватность. И довольно известный, например, Эл Билек. Это тот, один из двух матросов,
которых даже в кино показали под названием «Филадельфийский эксперимент». Кстати, первый фильм, он очень-очень правдив. Там много верного показали. А потом спохватились и сняли какую-то такую билиберду. Дальше не было. Так вот, Эл Билик, человек, который абсолютно реален, который тоже после того эксперимента попал в будущее. Причем там было несколько вариантов. И один из этих вариантов действительно был не очень приятным. Но он видел и другой вариант какого-то будущего. Далее, на тему вариаций будущего говорил Эндрю Базиаго. Это человек с очень высоким реноме, с авторитетом и с порядочностью. Ну, простите, если он участвовал в президентских выборах, наверное, все-таки, да, и довольно далеко продвинулся. Человек, который рассказывал о нескольких проектах ТКП, в которых фактор перемещения во времени для него был ключевым. Он ведь тоже этим много рассказывал. И видел вполне приятное будущее какое-то там. Далее. На тему операций на временных линиях, на тему сотворения будущего нами самими говорил и Рэнди Крамер. И ролики с его участием и на эту тему, они помещены на телеграм-канал Астралионика Юрий Лир. Они не были помещены на YouTube. Точно так же, поскольку у меня с некоторых времен нет доступа к моему аккаунту на mail.ru, я туда тоже не могу эти ролики ставить. Но он об этом говорил. Он говорил о этих стражах времени. Это реальная структура. Это люди из будущего, которые оперируют некоторыми процессами в нашем настоящем. Для того, чтобы наше общее будущее, общее в том числе и с ними, было максимально позитивным, вот для чего идет вся эта работа. И Рэнди довольно подробно рассказал о их работе, насколько смог подробно. Поэтому в завершение ответа на этот вопрос – я еще раз хочу сказать, будущее формируем мы сами. Это первое. Второе. Пока что на сегодняшний день суммы информации о так называемом солнечном событии, которое для нас теперь уже отодвинуто с 2012 года на 2035 год, оно неизбежно. Значит, чего нам дребезжать по поводу 3000 там какого-то? С какой стати? Пусть на эту тему переживают люди, которые не слышали всего, о чем я только что рассказал. И пусть они почаще заходят на канал Астралионика. У них волнений, 3 волнения, 4 волнения, 5 волнений и прочих станет меньше. У них позитива станет больше. Они активно включатся в процесс созидание нашего светлого будущего. Вот пусть все так и будет. Меньше знаешь, лучше спишь. Ну, это тот самый случай, когда, наверное, для некоторых обывателей и ведущих определенный образ жизни, это то, о чем я говорил в беседе с невидимой для меня Еленой, вот это ролик сегодняшний, я о них говорил, и призывал уважительно относиться ко всей этой аудитории. Для некоторых людей, да, меньшая отягощенность знанием не в той области, в которой они обычно себя занимают, это, да, это хороший сон. А что это главное, за что он не удлинился слишком так это на продолжительное время. А что за Елена? Ролик вышел уже? Что-то я не видел его. Да, он уже поставлен сегодня на канал Астралионика. Это человек, ну... Без, с маской. Так, беседовали, ее лица я так и не увидел. Ну, подумаешь, в первый раз, что ли.
Главное, что беседа состоялась, на какие-то вопросы я ответил. Мне кажется, довольно важно. Иногда полезно не видеть лица. Идем дальше. Намек на железную маску. Да-да-да. Оксана, значит, обращается. Добрый день, дорогие Владислав и Юрий. Вопрос. Как попасть, Юрий, к вам на прием в Латвии для тех, кто проживает в Латвии? Адрес, телефон или как можно записаться? Огромное спасибо за ваш просветительский труд. Как можно записаться к Юрию Рубиновичу? Значит, все очень просто, дальше некуда. Под видео всегда есть обязательная информация, без которой ролик просто не выйдет. Это то, что сопровождает каждый такой видеовыпуск. И там указан мой почтовый адрес. Пишите, а дальше мы найдем способ законтактировать уже более плотно. Благодарю. Ольга, доброго дня, Владислав и Юрий. Вопрос, стоит ли отталкивать то, что является твоим предназначением? Как это отразится на следующих воплощениях? Спасибо. Сначала надо абсолютно быть убежденным, что то, во что ты окунулся, это именно то, ради чего ты и родился, и воплотился, и, может быть, не одну жизнь прожил. А это тема, которую мы очень много раз обсуждали. И ответ на вопрос, он всегда внутри сердца человека, там это все. И мы много раз говорили о том, как научиться обращаться к своему сердцу. Ну, Владислав, говорили много раз. Говорили, да, подтверждаю. Да, причем детально, даже технологию и некоторые виды таких технологий мы обсуждали. Смотрите, слушайте, долго на этом останавливаться не будем. Но если вы абсолютно точно уверен, вот все, железно, тогда время, что терять? У вас просто всегда перед глазами должен быть некий идеальный образ, к которому вы не только хотите стремиться, но реализовывать свою жизнь в согласии с этим образом. Вот и все. Так. Анихита. Здравствуйте, Владислав и Юрий. Мне очень нужна информация, как избавиться от слизи 6 месяцев. Как нос тек слизь. Благодарю. Как избавиться от слизи? Ну, тут надо понимать, какая слизь, наверное, тут надо какая-то детализация, да? Может, это аллергия, может быть, это что угодно. Это всегда, всегда очень индивидуально. Слизь бывает разная, разной консистенции, разного цвета. Периоды выделения могут быть от непрерывного истечения, такие случаи бывают, до конкретное время дня или ночи. Ну, ребята, тут это всегда строго индивидуально. Единственное. Да, и я не очень понял, откуда слизь-то выделяется. Слизь избавится, так, нос тек, слизь. Нос. Нос. Хорошо. Самый простейший вариант попытаться, повторяю, попытаться что-то сделать на эту тему, хотя любой опытный, по крайней мере, гомеопат заподозрит сразу кандиду. Он заподозрит. А учитывая все, что сказано на эту тему, и подробнейшим образом разжевано во многих-многих видеороликах 2021 года, вот тот самый период зима-весна, я просто сразу отсылаю туда. Про кандиду там достаточно сказано, и что с этим делать. Так вот, попробовать можно с элементарного навыка хотя бы утром промывать нос теплой подсоленной водой. Эта подсоленность не должна уж слишком превышать привычный гипертонический раствор, максимум 10%. Но очень важная деталь, о которой многие либо не знают, либо забывают.
когда вы уже получили этот солевой раствор, туда обязательно нужно добавить как минимум 5-6 капель перекиси водорода. Иначе иногда бывает так, что вы все просто начинаете замывать туда внутрь. А перекись выгоняет все наружу. Да, это капитально происходит. А у тебя был... Есть риск? У тебя был хороший рецепт с медом. Помнишь, мед тоже разбавляешь? Нет, но это уже при явном признаке гайморита, фронтита и прочих синуситов, таких капитальных, когда отсутствует дренаж, все забито. А здесь речь фактически, это процесс дренажа, вот истечение слизи. Ну, скажите спасибо организму, он из вас слизь лишнюю убирает. Если он убирает наружу, это благо. Вам любой, даже не только гомеопат, он нормальный медик, который не спал на лекциях, который разные виды аутодренажа изучал, там многое другое, он понимает, что то, что выходит наружу, освобождает организм от очень опасных ситуаций. Поэтому, слава богу. Другое дело, что этот дренаж не должен изнурять и ухудшать качество жизни. Я думаю, что на эту тему мы нормально сегодня побеседовали. Да, еще два вопроса, потому что у нас с учетом всех этих атак уже скоро пойдет 4-й час. Эндрю задает вопрос. Добрый день, уважаемые Владислав и Юрий Рубинович. Вопрос к Юрию Рубиновичу. Есть ли в гомеопатии средства от пигментных пятен на коже? Какова их природа происхождения? Действительно ли их вызывает солнце? Ну, видимо, витилиго и тому подобное. Ну, витилиго – это как раз скорее обесцвечивание кожи, а не пигментные пятна. Угу. Недаром у этой беды есть второе название – лейкодерма, в котором для медиков все ясно. То есть это белая кожа. Значит, есть разные ситуации, когда я встречал, между прочим, это в практике коллег. Даже пришлось быть, я не хотел, у меня пришлось быть какое-то время вынужденным наблюдателем в кабинете дерматолога. Мне просто надо было кое-что передать, а я попал на прием, меня попросили, ты подожди, там, послушай, я там, такие у меня были глаза квадратные, когда я с точки зрения своего знания, ну, я могу ошибаться, но когда ты видишь то, что даже просто в каких-то элементарных, в прописных этих всех учебных пособиях описано, картинки даны, это выглядит как нечто, а коллега называет это пигментными пятнами. То есть всякое бывает. Сначала надо разобраться капитально. Пигментные пятна это или что-то другое. С этим бывают проблемы. Сплошь и рядом. Но в гомеопатии есть препараты, в портретах которых, так надо правильно говорить, есть и про изменение пигментизации, изменение пигментов и прочего. Есть препараты, даже довольно распространенные в определенных генотипах или в типах характера. Вот есть один препарат, у которого в верхней его части описание, а в гомеопатии в «Материя медика» – это книга, в которой описаны портреты, при которых применяются те или иные препараты. Так вот, всегда в этих портретах вначале описывается психика человека. Чердак его, грубо говоря. Каков он, как психическая личность. И потом уже там по иерархии – голова и до конечностей. Вот там, например, черта – правдолюбец. Любит отстаивать свое понимание правды, а дальше уже по физиологии, что ему свойственно, кроме, возможно, опущения органов и так далее. Там есть даже описан
вид пигментных пятен, как они выглядят, где они расположены. И применение такого препарата не пигментные пятна убирает, а лечит человека целиком. Если все правильно, то пигментные пятна тоже бледнеют, очень часто уходят. Другое дело, если это назначено человеку очень пожилому, ему, пардон, excusez-moi, не о пятнах надо думать, а там уже о чем-то иногда более существенном. Так, и на сегодня последний вопрос, потому что очень жарко. И не только. И этот вопрос будет от Зинаиды. У тебя еще попить там? Нет? Ничего, я как-то... Я что-то не приготовил, но реально это просто невозможно сегодня. Так, и последний вопрос от Зинаиды. Причем такой вот, прям такой вот. Почему так заразительно зевота или смех? Когда и причин особых на это нет. Например, в одной группе людей вдруг все начинают зевать. Хотя до этого спать им не хотелось. Или хохотать, глядя на смеющегося. Зашел пассажир в метро, прочел что-то в мобильнике, вот это вот столько раз со мной было, и начинает смеяться, к нему потихонечку присоединяется весь вагон. Какова природа таких явлений? Благодарю. Я сегодня как раз с утра запустил эту мульку в некоторых чатах, ну, по поводу вопроса к деду, и через это поле. Ну, ты его читал сегодня с утра. Ну, тема, между прочим, не такая простая, как вначале может показаться, потому что здесь вовлечены очень многие аспекты человеческой психоэнерго-биофизиологии. Именно это тут. Ну и, конечно, и кое-что из высших этих всех планов, они всегда рядом. Между прочим, мне сразу вспоминается какой-то такой фантастический рассказ. Экранизация была даже на советском телевидении, я точно помню, где главный герой просто укладывал всех там смехом. Ему достаточно было изобразить на лице какую-то мимическую конструкцию и просто всех вырубало. Он этим пользовался в интересных целях. Что касается зевоты, да, это такая своеобразная стигматизированная физиологическая функция, которая в человеке присутствует очень давно. В нашем типе человеческом, который действительно сотворялся с привлечением генетики прямоходящего существа, Homo erectus, некоторые простейшие физиологические реакции там остались. А у животных зевота – это, как сказал бы классик, чего-то особенного. Поэтому, не углубляясь слишком так сильно во всю эту интереснейшую проблематику, я могу сказать, что есть некие энергетические процессы, энергофизиологические. Они связаны главным образом с взаимодействием людей, таким автоматическим взаимодействием, на уровне скорее каких-то витальных процессов. Это тот частотный диапазон, в котором проявляет себя витальное тело человека. А уже через это влияние на астрально-эфирные процессы. Тут мне картинок нет, на пальцах я это показать не могу, но я это изучал. И есть очень интересные даже элементы защиты от такого рода случайного, спонтанного, спорадического воздействия. Этому учат в определенных школах, таких специальных, где учат управлять не просто своей психофизиологией, но и способностью не вовлекаться в процессы, в которых может быть чье-то сознательное влияние. Вот я так аккуратно эту тему вынужден обозначить. Ну и, наверное, последнее. Как это может быть ни странно, но искусство ниндзюцу
это боевое искусство ниндзя, включает в себя и управление жертвой через зевоту. Это мне рассказывал человек, который многое знает оттуда. Он сам японец, но живет не в Японии. Так что это все действительно присутствует, это все действительно реально. И не лишним бывает держать себя в руках и держать под контролем свою психоэнергетику, когда вы почувствовали, что что-то с вами такое происходит, и вы начинаете зевать. Иногда, подчеркиваю, иногда это следствие воздействия на вас с целью отбора энергии. Еще раз повторяю, это то, что касается действия витального тела человека. Вот этим ограничить пока. Нескромный вопрос можно тебе задать? У вас такая доверительная беседа, тут все возможно. Да, сегодня все возможно. Гитару кому в этот раз? Кому гитару? Гитару человеку, который задал вопрос, по-моему, это было в самом начале, о снах. Так, о снах. Да. О снах. Как ни странно, эта тема снов, она определенным образом связана с темой зевоты. Ну, ты понимаешь? Угу. Я просто... Сегодня у нас в той или иной степени много было связано. Так, ну, хорошо, я тогда найду и... Интересно найти и там, человека... А, первый вопрос, наверное, да, вот по поводу, значит, мозг. Мозг, там сон был. Он, да? Да. Роман, да, с русской фамилией Иванов. Или Иванов. Роман Иванов. Кстати, он мне написал специально на WhatsApp и просил: Владислав, пожалуйста, задать вопрос. Роман, вот видите, как бывает. Инициатива не всегда наказуема, а поощряема. Напишите мне сегодня или завтра свой адрес, и на этой неделе я вам гитару с творчеством Юрия Лира отправлю в ваш город, на вашу почту. Ну и традиционный вопрос поэзии. Да. Значит, сегодня я прочитаю длинное стихотворение. И именно потому, что сегодня оно, наконец, завершено. При том, что оно помещено было на моей странице на портале стихи.ру, где... Те, кому интересно, знают, под каким я там псевдонимом присутствую. И оно там помещено в списке произведений, не входящих в какие-то особые там группы, обозначенные отдельно. Просто вот большой список стихотворений. Оно там первое помещено. И оно там пока находится. Причем уже в исправленном, или точнее, в дополненном виде. Поэтому я вынужден рассказать о предыстории этого происшествия. Стихотворение – это всегда происшествие в жизни человека. Оно может быть с позитивным завершением. Иногда публикация некоторых стихотворений приводила к исчезновению автора с земного плана. Ну, бывали всякие разные истории. Я постараюсь очень коротко. Значит, опять-таки, я сегодня говорил о том периоде, когда очень часто, очень много мне приходилось общаться на тему небесной радости, гадости, всей этой химии и всего остального, что на нас падает. И иногда такого рода беседы переходили плавно на какие-нибудь другие темы по принципу: ну как же они это с нами делают? Да? Понятно, кто тут мыслится. Они же такие технологически развитые, они же такие вот демократичные, правильно? Демократии всех учат. А получается, что нас всех тут чем-то посыпают.
Иногда я на эту тему тоже как-то отвечал. Поскольку приглашали меня на разные радиостанции, иногда так переходил на эту тему. И вот однажды меня пригласили на одну из наших коммерческих, довольно известных радиостанций с просьбой поучаствовать в диспуте на эту самую тему. Демократия, как это проявляется, в чем это проявляется, что возможно при демократии, а что невозможно. Прям так и было озаглавлено все это. То есть меня пригласили, и мне дали сутки на подготовку к эфиру. Я решил подготовиться классически, так фундаментально, научно. И сразу начал вспоминать цитаты на тему демократии. Я ограничился первой же цитатой, которая пришла мне и на ум, потому что я ее знал раньше, и из выборки, которую мне выбросил тогда интернет. Вот. Я уперся в цитату из Уинстона Черчилля. И цитата по-английски звучит так. Democracy is the worst form of government unless you compare it to all the rest. Сказал Уинстон Черчилль. В переводе на русский в попытке такого грамотного изложения. Демократия – это наихудшая форма правления, если только вы не сравните ее со всеми остальными. И, в общем, я начал соображать, что еще можно сказать. Дело кончилось тем, что передача не состоялась. Я узнал об этом, правда, на следующий день, потому что дозвониться туда не смог. Отменили. Через несколько лет я узнал, что отменили именно потому, что я там, оказывается, должен был участвовать. Но бог с ним. Так получилось. Я стал причиной отмены мероприятия. Но процесс был запущен. И вот этот процесс привел к тому, что внутри меня что-то там начало звучать. И иногда такое бывает. Когда это зазвучало, я вдруг ощутил себя, вот, знаешь, можешь не верить, но я почувствовал себя лежащим на верхней полке плацкартного купе в поезде, вот того советского. То есть плацкартное купе, вот такое оно, уж какое было, со всеми его удобствами. Я там лежу, наблюдаю, что происходит внизу, и оттуда, с этой полки, пытаюсь размышлять на тему демократии. Вот что из этого вышло. Запев. Мне не по нраву демократий разнокалиберный букет. Однако власть всех прочих братьей еще мерзотней. Спору нет. Однажды, в пору до потопья, сыны Адама подрались. И, долго не ломая копья, друг с дружкою разобрались. С того момента Каин-фактор глобальный приобрел размах. Уж слишком был силен аттрактор козлу в неразвитых умах. С тех пор уж минуло довольно и лет, и целостных эпох. И тот, кто брату сделал больно, стал на планете царь и Бог. Однажды силы света решили делу подсобить, мол, кровью залита планета, пора двуногих истребить. Но только лишь потопец Божий прошел в вечерних новостях, как началось в миру все то же, все те же игры на костях. Постановили силы света: довольно игрищ на крови, дича, предтеча параклета, пришел учить сей мир любви. Любите, братья, друг друга, так нас учил святейший дух. И что же,
с севера до юга, двуногий скот к ученью глух. И все дерутся и дерутся за женщин, за вино, за торт. И там, где двое соберутся, там третий между ними черт. И сладить со зверьем двуногим не слишком удалось попам, спасителя жрецам убогим, упавшим ниц к его ногам. И свято возжелав покоя от тех, кто машет топором, попы придумали такое, что не опишешь и пером. Всем сильным мира предложили не за бесплатный вариант. Мол, конкурента уложили? Тащите в церковь провиант. Хотите пострелять из лука в свой замороченный народ? Деньгу на бочку и без звука вип инфицированный сброд. Конечно, длиться бесконечно такие не могли дела. И мастаки делов заплечных вдруг закусили у дела. Своих вассалов изничтожив, те, кто привык лишь красть и врать, смогли старанием к рукам прибрать Христову рать, иконой Господа нетленной. Людей в веках пасли попы, и было над земной вселенной власть управляемой толпы. Столетия крови и пожарищ прошли в горячечном бреду, и вот безбожеский товарищ принес еще одну беду. Все уравнительной идеи осатаневшие жрецы, безбогодушные злодеи, П поколений праотцы, загнав отару человечью под Кумачева красный флаг, вождей с подвинутой речью себе построили гулаг. И чем все это обернулось? Демокразмическим шишом. К нам разноправие вернулось, оставив стадо голышом. И ныне горе-демокрасты нас обучают бытию. Кругом сплошные педи-йоги поют про счастье жить в раю. И остается только верить, что оскотинились не все готовы жизнь доверить двуногой скота колбасе. Мы все живем в такие годы, когда кометой мчится век, когда сквозь бури и невзгоды восходит космо-человек, и лишь от нас самих зависит, куда отправится сей мир? К отцу за облачной выси? Или в космический сортир? Браво, браво. Друзья, сегодня 15 августа, через две недели уже осень. Давайте остановимся и надышимся полной грудью августом. Еще пока лето, скоро осень. Или тебе поклон и большое-большое спасибо за твой труд. Всем огромное спасибо за участие в работе наших каналов, за помощь, которая продолжает нам оказываться. Это очень важно. Всем здравия, благополучия, успехов во всем, что проникнуто сердечным светом и теплом ваших душ. Встречаемся регулярно, встречаемся снова. До новых встреч. Всем счастливо. И слушаем космическую колыбельную в исполнении Юрия Лира. До новых встреч. Усни поскорей, спать, ребятишка, пора.
за день пуста над кроваткой твоей. Черная дремлет дыра. Верхи галактики, выключив свет и уложив медвежа под усыпляющий шепот камень, обе медведицы спят. От космических трасс спит на орбите своей, не обращая внимания на нас, странное племя людей. Сколько в песочнице нашей песка, столько в стране той чудес. Белые в небе плывут облака, смотрится в озеро лес. Мира прекрасней планеты Земля в нашей галактике нет. В белых цветах там луга и поля, льется там солнечный свет. Ну а тебе это и поздний порой, надо давно уже спать. И мой сыночек, хвостатюкель мой, щупальца спрячь под кровать.